мануальные приемы. Сцепились два человека, как два богомола. Ну как, тянется, да, эта мышца? Да. Седалищная. Все, ну можно другой ногой, конечно, подставить. Расшатываем внутрь, расшатываем наружу. И удерживаем вдоль корпуса человека. Туда? Да. Дергай давай. Нет, что-то напрягся. Что ты сейчас дергаешь? Да нет, я слишком буду. Вот так, да. Теперь давай это, спустим ногу вниз. По очереди. С вибрацией, тремор сделай. Да, лучше положи ноги на стол, так полегче будет. Вот. Да, крестово-подвздошное сочленение расшатали, да, вот во всех направлениях. Вот, это мы на сжатие расшатали. А теперь на вытяжение. Его ноги берешь под мышки, натягиваешь на себя. Академия телесориентированных практик Альфа-Топ. Да, когда докачаем, так. И легкие покачивания. Микродвижения тут важны, да. Вот, во все стороны. Угу. Отпустили ногу. Взяли одну за пятку и за стопу под прямым углом стопа. Натянули на себя. Не-не, на себя натягиваем. Нет, там это коленки. Расслабься. Опасные. Угу. Теперь мобилизация пятки. Так, вот сюда. Да? Да, вот так держишь его плотно, как в тисках. Угу. О! Хруст был серьезно, да что хруст? Я сам испугался. В пятке или в колене? В колене, оно в колено ушло. А, больно? Да? Нет, кстати, ну, вот. Не было. Произошла мобилизация и не больно, да. Мобилизация пятки. Угу. Отлично, сам удивлен, дай пять. Я испугался даже, может, человеку больно сделал. Не, я мобилизация стопы.